От тополя убийцы остался только пень. Нависающей сверху ветки больше нет. Сигнальные предупреждающие ленты срезаны. Администрация индустриального района после несчастного случая с мужчиной, которого насмерть придавило дерево, приняла меры. Однако от ответственности чиновников не освободили. В связи с халатностью должностных лиц Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи Следственного комитета установили, что обязанности по выявлению и уборке на данной территории ветких насаждений, представляющих опасность для жизни и здоровья населения, возложены на администрацию индустриального района города Барнаула. Следователи дадут оценку действиям чиновников, отвечающих за надлежащее содержание территории, где произошла трагедия. А между тем тополя, дышащие на ладан, разбросаны по всему городу. И спиливать их никто не торопится. Биологи предлагают взять барнаульцам инициативу в свои руки. Я считаю, необходимо было бы сделать по городу, ну там, организация, сообщество, там, любители, там, зелени, мы за зеленый Барнаул, чтобы когда человек идет и видит, и он понимает, хоть он и не биолог, и не дендролог, но ветка опасная, чтобы это было просигнализировано, ну, в какую-то такую структуру, которая может уже конкретно повлиять на те службы, которые должны это убрать. Эксперты рекомендуют сигнализировать о таких опасных деревьях в управляющей компании, а также в комитет по благоустройству города, чтобы те, в свою очередь, точечно выезжали на место и решали судьбу ветхого насаждения. В корне такие меры проблему, конечно, не решат, но это однозначно поможет спасти чьи-то жизни. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.